Ткани с самыми различными рисунками выпускает Костромская фабрика имени Октябрьской революции. Создаются рисунки переплетением нитей. Жаккардовые машины изобрели 170 лет тому назад. Это были и первые станки с программным управлением. Ткацкий узор создается на жаккардовом станке в соответствии с командами, поступающими с программоносителя, набора перфокарт. Но их изготовление требует длительного времени. На это уходит 3-4 месяца. Рисунок переносит на канву при помощи системы условных обозначений. Затем эти обозначения набирают на перфокарту. И, наконец, каждую перфокарту сверяют с оригиналом. Недавно научно-исследовательский институт лубяных волокон, Одесское конструкторское бюро полиграфических машин и Киевский политехнический институт закончили совместную работу над комплексом устройств, которые будут выполнять программирование рисунков для жаккардового ткачества автоматически. Фотография рисунка устанавливается на барабан кодирующей машины. Вводится дополнительная технологическая информация, и затем включается считывающее устройство. Фотоголовка просматривает рисунок и в зависимости от степени затемненности участков посылает непрерывно меняющиеся сигналы. Они обрабатываются в машине и сразу же кодируются на перфоленте. С ленты информация переносится на перфокарты с помощью специальной машины. Теперь не 3-4 месяца, а всего лишь около недели требуется для того, чтобы новый рисунок был закодирован и пошел в производство. В ближайшее время в нашей стране будет организован центр автоматического изготовления перфокарт для текстильных предприятий. Thank you.